Добрий вечір, шановні друзі! Кожний композитор мріє створити хіт, який би став його візитівкою та годував усе життя. Проте далеко не всім це вдається. Моєму сьогоднішньому співрозмовнику пощастило. Його пісня «Яблука на снігу» стала хітом на всі часи. Сьогодні у нас в гостях легендарний Михаил Муромов. Міша, добрий вечір. Я дуже рад вас бачити. Я, коли вас зараз побачив, я згадував «Армія», 87-й рік, перша самоволка. Я пришел в санаторий, танцы, девочки, яблоки на снегу раз двадцать подряд. Грешен. Розовые на белом. Я знаю, что вы неплохо владеете украинским языком. Я размовляю на украинской мове. А что? Откуда такое? Откуда такое? То, что я почевал под Полтавой, Ну, в детстве. Это в шишаках. Сейчас даже шишаки есть на карте, между прочим. После этого. Вот и оттуда, три года подряд я там был. У меня такая, в принципе, к языкам хорошее отношение, поэтому я и после украинского, и на польском легко заговорил. Потом французский, английский. Плохо по-немецки, но говорю хорошо, но ничего не понимаю. Вы родились в семье ученых, сами учились в физико-математической школе, и даже занимались уже в аспирантуре. Да. А по какой специальности вы занимались и какую тему вы хотели, на какую тему написать? Хорошо, я скажу, повторить вы не сможете 100%. Исследование изменений в процессе хранения некоторых биохимических свойств мяса, высушенного в жидких теплоносящих средах в условиях вакуума. Разрешите, я встану. Нет, вы лучше попробуйте повторить. Чему была посвящена эта диссертация? Это высушивается мясо в жире, и потом исследуется там пористость, допустим, старение мяса. То есть оно должно храниться. Диссертация дутая, конечно, была, и поэтому я не закончил. Я оставил документы все, приборы, которые сделал. Я сделал три прибора по исследованию пористости, собственно по сушке. Это надо было вакуумную сушку сделать. Ездил на первой пищекомбинат, брал рафинированное масло, дезодорированное, резал на кусочки это мясо, там его сушил в вакууме. То есть мясо, масло там кипит практически. Оттягивается это все. И вот такое мясо. Вы были награждены юбилейной медалью 50 лет полета Юрия Гагарина. Mm -hmm. Да, такая была медаль за эксперимент на моем организме при погружении в воду. Что это за эксперимент был? Ну, сажали меня в воду, я там сидел. там, не знаю, смотрели, как набухает все там. В принципе, это разбухает же. Мы же, когда посуду моем, руки разбухают. Я начал не случайно с песни «Яблоки на снегу» абсолютного хита всех времен и народов, который звучал из всех радиоточек, из всех телевизоров Советского Союза. Ну, я вас вот перебью. «Яблоки на снегу» — песня очень горемычная. Пока мне я написал ее в 1985 году. Дело в том, что ко мне зашел Андрей Дементьев, Андрей Дмитриевич, принес мне книжку. Просто так зашел. Мы рядом жили. А он меня увидел: я бегал там в, в полисадничке с Ангелиной Волк. Мы бегали там. Она такая спортивная, девочка. Хорошая компания. Да, да. Напротив, жил монастырев с Писаржевской, рядом жил Мартынов. Там такое, такое место получилось. Ну, вот он просто честным пришел настоящий великий человек, по идее. А я никто. Главный собственно... редактор юности. Да, а я, собственно, никто. Он мне принес книжечку. И я написал за этой книжки 12 песен. Записал их, готовые были песни. Из среди них были «Яблоки на снегу». Я больше ставил на песню «Улетай». Но потом я выдержал, потому что был модер толковатый период такой. И вот, а песня, в общем, она, если не считать, допустим, вступление, во вступлении там китайская музыка. та 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 Это пентатоника, это китайская музыка. Этого никто не понимает. И не надо. И не надо. Вот. И... А музыка вся модно толковатая. И выпускать ее в 85-м было бессмысленно. А поскольку я все-таки аналитик по, и по зодиаку, и по всему, у меня, знаете, по зодиаку я аналитический склад ума Полная систематизация и бессистемные действия. Вот такой зодиак. Четыре восьмерки у меня по зодиаку. А оно подтверждается. Мне важно догнать, а уже есть не обязательно. Вот. И я, значит, выдержал до 87-го. В 87-м где-то в марте-апреле я выпустил. А в 87-м уже, га... а уже я начал гастрольную деятельность. А в 87-м летом я приезжаю в Сочи фестивальный биток. И из всех окон яблоки на снегу. Ну, и тут... И потом стало нечего делать. А меня на телевидении резали. Молодежная редакция рубила. Ну, что это такое? Ну, яблоки... Не, даже не могли подумать, что это аллегория. Конечно. Придумывай, что хочешь. Вот яблоки на снегу. Ты можешь придумать пятый, третий... 30... И писали из-за этого всякое даже разное. Даже несмотря на то, что слова Дементьева да, да, не пускали. Никуда. Молодежная редакция, я скажу, вот под руководством Сагалаева, нынешнего босса телевизионного. Семь или восемь раз отстригая уже готовую съемку. Даже несмотря на то, что Шмаков, секретарь парторганизации Станкина, сделал со мной клип. Мы ездили в Германию. Она там песни стреляла. Громадная площадь работала. Макаревич стебался. Да что это такое? Это не рок-н-ролл. Это вообще ничто. Вот то ли делаю я. Рыбка в банке. Это рок-н-ролл. Ну вот, и тем не менее, когда уже некуда было деваться, в 1988 меня просто пригласили на песню года. Пригласили, а народ-то пихался с разными возможностями. Конечно. А меня пригласили. Вы любите эту песню сегодня? Знаете, я ее пою очень по-разному. Я, например, про себя пою так: Яблоки на снегу, в розовой нежной коже. Я про себя пою. Вдарь-ка ты мне пороже, я себе не могу.

а потом сказать да да Класс. Ну, а есть армейский. там дрым там та да да там 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 та там там яблоки на снегу. Как бы не говорили, что бы не говорили о яблоках на снегу, на мой взгляд. 24 года. На мой взгляд, у вас есть песня намного лучше. Не знаем, что такое лучше, не знаем. Лучше с точки зрения цельности песни, музыкальности и всего остального. Есть Танцевальные песни, есть песни для прослушивания, а есть песни просто шикарные. Вот, вот я назову ее, это да шикарная понятные, песня, на мой взгляд. Понятно, я знаю, что Странная женщина. Странная женщина. А чем Афганистан не шикарная песня? Прекрасная песня. Но странная женщина, она охватывает всю аудиторию. И я когда выступаю, я всегда вперед говорю. Вы знаете, вы сейчас послушаете песню, без которой все равно мне отсюда не уйти со сцены. Это... Кстати, недавно был случай, я на площади выступал у нас в Крылатском. И уже все спел, в принципе, даже больше, чем надо. Мальчик, не мальчик, а юноша, подходит такой, ботаник такой, круглые очки. Говорит, а странно, женщину, что же, если не споете, я вот тут лягу, говорит. Я, я говорю, это не площадная песня. Нет, но там три с половиной минуты песни, и четыре минуты музыки. Я всегда предупреждаю, я говорю, вы готовьтесь послушать музыку. Просто музыку. Вам понравилось, как Иосиф Кобзон спел эту песню? Я не берусь судить. Мы потому да. что... Да, нет. Потому что Иосиф Кобзон в свое время сделал два хороших, очень просто таких классных дела. Он одному моему знакомому сделал квартиру. И он... Не почему. И второму знакомому он сделал могильное место. Поэтому я ничего не могу сказать. Как он спел, как он спел моего, и, к примеру, чем мне его судить. Как он спел, так и спел. Он имеет право на все вообще. Я считаю. Потрясающая песня ⁇ Афганистан ⁇ болит в моей душе, да. Потрясающая песня ⁇ Боевым награждается орденом, тоже афганская ⁇ Кстати, это монастырев в Писаржевской, которые вот. жили рядом. Кстати, У вас Кстати, все. это, да, да, да. кстати, эта песня, она же была в фильме про милицию. Все это думают, что это приняли про как афганскую, а это про милиционеров песня. Вот. И буквально сделал за три часа. Мне монастырев говорит, вот стихи, к 12 ночи должна быть песня. Я пошел, сел за компьютер. Еще тогда не было там этих самых Компьютеров таких, чтобы можно музыку писать. Ну, просто сел за клавишу и сделал песню, привез прямо на телевидение, и она пошла в кино. Афганистан. А вы же были в Афганистане? Нет. Все считают, что был, я не был. Меня не пускала одна рука серьезная. Мне даже на, мы на орден знак почета делегировались. Значит, я. Афганский. Нет, знак почет, наш? Нет, наш. Знак... Афганский мне дали. У вас же есть орден какой-то, да? да. Но у меня его стырили, когда ограбление было. Ровно как и медаль Гагарина. Думали, золотая. Вот. Так все думают, что я был в Афганистане. Нет. Мы выдвигались я, Пурной, Григорьев, не помню, кто-то еще, и Кобзон. Вот, получил Кобзон. И правильно. Ну, Кобзон был 15 раз, я знаю. Вы э, видели реакцию афганцев на песню «Афганистан болит в моей душе»? Я могу сказать одно. Я на, один раз на одном десантском... Ну, этот день десантника. Да. 2 августа. Я выступал, и ко мне подходит паренек такой, береточка на затылке, чупчик вперед, тельняшечки такой. Подходит, говорит, слышь, братан, а ты песню Мурмова тихонько трону я струну, знаешь? Я говорю, знаю. Ну, с базой тогда. Он спускается вниз, а там старшина его стоит в форме. Молодой тоже парень. Он говорит, дурак, что ты знаешь, с кем ты разговаривал? Это же Мурмов. Тот так -то с них сначала. А потом я уже ухожу, а я понимаю, что это там сейчас автограф, и то все. Я выхожу, а у меня уже человек 20 около машины стоит. Не подняли машину на руках. Они говорят, с твоими песнями мы под огонь ходили. А еще был случай интересный: я выступал, чествовали какого-то генерала, который был в Афганистане. И я выступал, ко мне женщина подошла. Почему-то за ней шел этот самый официант, с руки водки. Я говорю, что такое? Она говорит: у меня сын погиб в Афганистане. Ребята, я работала медсестрой. Люди шли, говорит, под автоматы шли вперед с вашей песней, говорит, Афганистан и боевым орденом награждается. Вот и все. Вы серьезный музыкант, вы написали музыку к двум балетам. Что это за балеты? Один балет потом прозвучал в спектакле в драматическом, потому что как-то я не видел, куда запустить, в какую трупу балетную, как под этом, к этому подойти. Я же не член Союза, никто. Я даже до сих пор не заслуженный, не народный, никакой. Вам это не надо. Но зато у меня есть орден мировое общественное признание. Вот. Ну, один балет был по Шекспиру, в принципе, «Конец делу венец». «Вознагражденные усилия любви» такой в джаз-роке совершенно такой. Но обязательно лирическое там, конечно. Вот. А второй, еще есть третий, поэта домовой. А второй, не помню. Ну, неважно. В принципе, у меня есть очень широкая палитра. Я из-за этого теряюсь. Я во всем все время теряюсь. Я же говорил, полный анализ и бессистемные действия. У меня есть и романсы, есть и просто песенки. Мама моя, сколько живу я на свете, ждешь не дождешься. А вот «Тихонько трону я струну» — это мои стихи. Я ехал в ЦК партии, меня пригласили. Я партийный вообще? Да. Но в партии сейчас не состою, но я но были. член партии. да. У меня последние взносы, знаете, какие? Взносы. 750 рублей. Это 2%, да? Взнос. Три. Три. Взносы. Вы были уважаемый член партии. С такими взносами, я думаю. Во всяком случае, я в институте, например, висел на доске почета. В институте я плавал один за дивизию. 10 заплывов. Один. И дивизия заняла второе место. А я один. Так два заплыва пропущу, а пищу. Два Вы в кино снимали же, правда? Да, пять раз. Были хорошие фильмы? Ну, у меня мелкие роли, до хороших не доходило. Например, в фильме «Нужные люди» я должен был играть то, что сыграл Караченц в «Коле». Ну, а я сыграл практически свою автобиографическую роль, я сыграл Метродотеля. Ну, что, ну, как получилось, так получилось. Но же, были же еще и музыка к кинофильмам. К пяти, к семи фильмам, потому что два такие полудокументальные, "Самолеты из Кабула», например, там mm -hmm. звучит музыка. Вот тот же «Боевым награждается орденом». А так, например, фильм «Вам телеграмма», там, допустим, «Ночные шепоты». Где вы успели по поработать метродотелем? Я работал в очень трудных ресторанах. Это ночные были запрещенные совершенно Москве? рестораны под Москвой. В Москве был только один ресторан ночной, это «Лабиринт». Я, кстати, вашему водителю, мы с ним много общего у нас есть. Вот. Это ресторан в Павшино был, старый замок, криминальный ресторан, потому что люди идут на работу, а у нас еще кабак дымится. Представляете, что это такое? В советское время. Да. В Павшино, потом в Иверии, это грузинский ресторан Иверия, там большой ресторан, это старый замок маленький был. А потом ресторан «Виктория». А, еще успел в Салтыковке поработать. Ну, три то знаменитый три... ресторан был. Три... Нет, знаменитый это Русь. А еще рядом был Салтыковка. Где Барыкин работал? Нет, Барыкин там не работал. Он только открылся, mm -hmm. я три дня проработал, а потом ударили морозы, 42 градуса. Минус. И пол полопались трубы, и ресторан накрылся. Все. Хотя я с таким трудом в него поступил. пришлось. Недолго не музыка играла. Да. Ну вот, ну... Хорошо работает. Вы так стремительно ворвались на эстрадный Олимп, вы стали так быстро собирать стадионы это и дворцы спорта. Это вам кажется, что стремительно. Я пришел, начнем сначала. Извините. Да, да. Да, я пришел тихо, наоборот. Мне просто меня подхлестнуло то, что у меня один музыкант, мой в прошлом приятель, а может быть, еще он остался приятель, но у него своеобразный характер. Вот. Он мне сказал, у тебя ничего не получится. Куда ты дернулся эту стенку союза композиторов пробить? Да это не. Посмотри Антонов, сколько мучится, посмотри, Мартынов, сколько мучается. И не получалось же у них ничего. Давили, получаться получалось. Ну, в союз композиторов вступить. В союз композиторов Одинградский вступил, но он вступил по музыкальной секции, а не по песенной. Там у них какие-то секции, там вступать. Это за... Мафия. Ну, мафия. Не то, что мафия, стенка. Он говорит, куда ты дернулся, ты не пробьешься. Я говорю, посмотрим. И я стал писать музыку театра, получил приз, дебют сезона, такую бронзовую мельпомену. Прибить можно ей элементарно. Рукавишников придумал, подставку плохую сделал. Ну, потому что она стоит, если чуть-чуть пихнуть, она падает. Вот Этот сфраговый мы начали делать. В первом спектакле у меня вышло примерно 9 песен. То есть там получилось как мюзикл почти. Вот. И написал вот несколько спектаклей, потом кино Пошло. Первый был фильм Просто ужас своеобразный фильм, но был Зафилинин и очень режиссер. Он получил госпремию за операторскую работу в, в трех дартаянах. три мушкетера, да? Также три шучу. Ну вот. Шутки такие мне. Шутки. Ну вот. И я вы меня останавливаете, когда я буду говорить? Говорите, ну, ну говорите, вот, я ну не вот, смею. Я, я ненавижу вот это, когда говорят э, э, а, да. Вот сейчас это очень модно говорить да. Я что хочу сказать да. Ну что это такое? Причем культурные люди говорят. Ну вот, ну вот, снимаем. И значит, вот это значит все неправильно. Да, да, да. Там такая была песня написана. На стихи Танича, такие чудноватости, уроки заданы по расписанию, а там за окнами большие здания, дождями, и кажется, Катя Семенова поет за мальчика, и хор травести поет за хор мальчиков. Потому что мальчика взяли, а, а мальчик не попадает в ноты. И хор травести, четыре женщины, я два раза наложил, получился хор. Ну, еще хору совпадали немножко, получился хор. А Катя Семенова еще молодая тогда, я при, Пришел на студию, когда писать, на мосфильме писали. Для меня страх вообще. Сидят музыканты, там 40 человек, пульт этот громадный. А у меня-то маленький пультик дома-то. А, -а, -а, -а. а тут Катя Семенова а тут, молодая. А, нет, а тут, а тут нет, я попросил, мне звукорежиссер Рафик Рагемов. Он говорит, у меня есть, говорит, мальчик. Я прихожу, а где? Я говорю, Рафик, а где мальчик-то? А он говорит, вот мальчик. Ну, И не, смотри, похоже. Что, не смотри, что девочка говорит. Она от такого мальчика тебе споет. А Катя Семеновна может спеть что угодно, за кого угодно. И она действительно спела за мальчика. Понравился Ей, я тебя... мальчик. Мальчик? Вам. Ну, в целом, да. А мы недавно, кстати, к ней, с, ней, с ней снимались в одной передаче. Ее пригласили. Она, правда, немножко весик набрала лишний. Ну, Уже девочка уже дамочка. Вот. Она там и ветер дует, дует, а мы не с места, а нам бы в связке, в связке. Это единственная песня, которая у меня попала в, в Госфильмофонд. Теле, и телевидение, и радио. <coughs> Потому что так-то приходилось только оббивать порогов. Но режиссер ее не взял в фильм. А фильм-то помнят по песне. Uh -huh. Если песни нет, да нет и, и фильма нет. И кому скажи, просто ужас, никто не помнит. Фильм, хороший фильм, хороший, чудной такой. Правда, он немножко там поворовал, какой, откуда, сюжет. сюжет. С кем не бывает. Ну, в принципе, это же не плагиат, это, это в принципе, это жизненная тема. То есть вы из подваль подходили к этой вершине, правильно? Сначала я спел «Птиц в синий крыло» с Зарубиной. Прекрасная песня. Ну вот, видите. Ты так, чтобы мне везло. Слу случай был какой смешной. Мне Олег Штода, ныне покойный, прекрасный человек, замечательный. Он бульзака играл в кино. Он меня пригласил, говорит, Миш, вот у тебя вот эта песня ты мне как-то... Ну, мы с ним общались, я ему как-то наиграл. Вот она была в рок-балладе, это было или нет? Там, кстати, в финале звучит это в рок-балладе. Uh -huh. Он говорит, знаешь что? Чтобы попасть тебе в эфир, он в московской редакции работал. Надо, говорит, сделать ее в три минуты, чтобы она уложилась. И спеть надо с Зарубиной. А мне Зарубина вообще, я знать не знаю, кто это Зарубина. Она, говорит, хорошо споет. Она действительно прекрасная певица. Ну, значит, сделали мы песню, сделали я. И песня должна быть юмор, и, ироничная. Юмористически ироничная. Ну, сделал я. Ну, вот попал я с «Птицей синее крыло». А У меня было записано всего три песни. «Птица синее крыло», Лебединое озера» и «Я память трогаю». Такая была песня. «Я память трогаю» в басанове сделал. Вообще я живу внутри в басанове. И попала песня на экран. Потом «Лебединые озера», а потом «Мама моя». Мы с Харитоновым написали «Мама моя». Вальсок такой. И вот это все прозвучало. А потом метелица. И вот метелица тогда лапу лапа Что это за песня? А в степи метелица вертится как мельница, что еще она наворожит. Она должна была пойти в новогодний огонек. Но у меня не, уда... у меня не было тогда цепей. Вот этих вот не было. И ничего не было. Я завязал себе дождик на шее лапину показалось, что это крестик. И поэтому 28 декабря я еще стоял в новогоднем огоньке, а уже новогодний огонек у меня не было. И с тех пор я в новогоднем, новогоднем огоньке, если вы вот обратили внимание, я в огоньке не был ни разу. Ну и ладно, им же хуже. Я, когда мне говорили, потом вы знаете, вот вас отрезали. Я говорю: ну что же делать, у вас не будет хорошего сюжета. Когда вы ворвались, Повторяю, на эстрадный Олимп, пусть не стремительно, но ворвались. Наверняка люди, которые там находились, уже им это не понравилось. Я слышал даже, что Пугачева и Юрий Антонов строили вам всяческие козни. Это правда или нет? Пугачева не строила козни. Пугачева просто был агент на телевидении, на зарплате, да. который, который делал все, что матрона скажет. Но, тем не менее, когда странная женщина появилась, один ее, из ее окружения, у нее же все время окружение, у должна быть да, фрейлины там, то все. Ну, я значит, кто-то вякнул что-то. И это было какое-то застолье. И я знаю просто, мне потом передавали. Она говорит, еще кто-нибудь что-нибудь скажет. Он странную женщину написал. Это он про меня написал. А Антонов? Антонов не хотел второго человека с гитарой в кадре. Значит, я не имел права, по его понятиям, быть... Это даже утренняя почта была, основная Конечно. козырная передача. Потому что в утренней почте песня пошла, Все. значит, она в кабаках пошла. Значит, гонорар, гонорар. В основном, первое, что гонорар. А стадион — это еще не обязательно. Стадион — это надо закрутиться так, чтобы авторитет был. Просто так на ну, стадион прокачать стадион — это очень трудно. Даже дворец спорта трудно и Антонов Грешин. Я точно знаю, просто мне говорили редакторы точно, что Антонов под тебя заряжает. Хотя мы с ним, мы с ним приятели, мы с ним 66-го года приятели. Так же, как с ажишпи, Спицом. Я еще помню, когда он на гармошке играл в Уячичи. Да вы что? Да, у него сначала, он хороший аккордеонист, он играл на аккордеоне, потом купил себе клавишу «Матадор». Я специально так ее ставил, чтобы было видно, что «Матадор». Так, не спинкой, а так вот я наклон снял. И мы ходили, он просил все время, чтобы мы с приятелем ходили и бузили у него на концертах. А я еще был никто, я студентом был. Чтобы мы бузили на концертах, чтобы я чего выгнал. И потом он тоже там поющие гитары, там то все, потом ансамбль Добрый молодцы. Вы заговорили только что о Сагалаеве. Это правда, что он не пускал вас на экран, потому что приревновал к своей жене? Да, это правда. Жалко, правда. Я ничего, собственно, такого не делал. Я не знаю, если ей нравилось, что я песни пою, что тут такого -то? Разные есть певцы. Что теперь? Ну, он такой человек. Соголообразной. <свят> как вы отнеслись к этой свалившейся на вас славе? Она не придавила вас поначалу? Дело в том, что я сначала начал работать с одним серьезным директором, и очень много было работы. Я работал в разных филармониях. Сначала в Тверской, потом его стали выгонять из Тверской. Я не мог его бросить, потому что он меня начал. Я с ним ушел в Волгоградскую филармонию, потом из Волгоградской в Алтайскую филармонию. <свят> были, были времена, когда по 50 концертов в день было. То есть месяц. 50 концертов в месяц. А были дни, когда было 4 концерта в день. Причем я же пою вживую и сольно. И сольный концерт, 4 концерта в день, это бешеная работа. Тут, конечно, физподготовка все решила. Но, тем не менее, оставочка-то была 14 рублей. Сначала 11, потом как 14. Я актер... Нет, солист-вокалист камерного жанра. <laughs> Такая у меня ставка. Вот 14 рублей. Значит, если даже стадион или дворец спорта, то она удваивается. 28 рублей. Но потом начали, когда понимать, директора, у меня разные там менялись директора, потому что тот директор, он как-то ушел сначала, меня, вернее, уговорил другой, татарин один, Прекрасный был директор, и он мне начал платить серьезные деньги. И так, а потом я с ним вообще договорился. Я говорю, ты знаешь, платить будем так. День, считаем сколько день? Да? Два концерта, грубо. И я говорю, вот с выхода из дома, сутки, это два концерта. Сутки, два концерта. Есть концерты, нет концертов. Ты вызвал? Сутки, два концерта. И он так согласился, платил, платил, потом все росло. росло так, вот оно и выросло. Славу вы ощутили? Вы знаете, я инженер, поэтому <свист> мне это все. У меня нет вот этого диагноза "артист", хотя у нас называют артист. Это не артист, это актер. Артист это художник в переводе. <свист> артист это тот, кто что-то создает, создавать образ это еще не создать. Просто исполнитель. Это не артист. Артист это художник, тот, кто делает что-то новое, особенное, другое, а Просто если человек поет, то это не артист, это актер. Когда началась перестройка, вместо одной обоймы эстрадных исполнителей появилась сразу другая. Появилась обойма сиськи письки называется. Тем не менее, были очень талантливые люди в этой обойме. Безусловно. И вы, и Барыкин, и Малежик, и так далее, и так далее. Потом вдруг вы из этой обоймы выпали. Почему это произошло? А я скажу, мне не хочется пихаться, предлагаться, вот вы меня пригласили, я приехал. А рваться куда-то, доказывать, что это я, я, я это прошел уже. И поэтому я знаю, что я могу исполнить. Я зачастую просто беру инструмент. И исполняет. Просто так. Я могу просто так спеть. На кухне особенно. Жалко, я с собой не принес. Мы бы сейчас бацать. Тем более без фонограммы. Да? Да я пою в чистую, а все не попадают в фанеру. Я <св> смотрю в <св> другой <св> раз. А есть же буквы конкретные, по которым можно судить. Вот, дорогой зритель, обрати внимание. Есть смыкание. Б, П, М. -э. Вот по этим буквам можно легко определить, попадает человек. Хотя, правда, бывают случаи, когда далеко стоит подзвучка. И ты не можешь сам понять, откуда... У меня был случай, когда я... мне надо было на лошади скакать по стадиону, а я не пойму, откуда что звучит, и что мне петь. Угу. Так что здесь очень трудно. И нужно, чтобы рядом стоял монитор. Вот, например, в фильме, просто у... не просто ужас, а трест, который лопнул, я играю индейца. И там меня записали, а, видимо, у них сначала магнитофон тянул. И потом, когда поставили уже на записи, то звучало так верьте мне ребята или не верьте это это ж не мой голос». только мне рассказывали так где-то подселился на зарете некий замечательный чудак и вот так у меня в кино идет я там индейца играю должен петь нормально я вас процитирую вы сказали в одном из интервью я популярен алкоголь популярен вот журналисты и, со и соединили две популярности тем не менее одно время ходили упорные слухи что вы много пьете что вы находитесь в нерабочем состоянии и даже шутили, что песня «Яблоки на снегу» должна называться «Яблоки на спирту». Это я сам сказал. Вот. Это шутка, которую приняли. Так что они шутили. Дело в том, что людям нужно жареное. Вот сейчас я снимался, ко мне все допекали меня насчет вот этих детей. И с этим алкоголем. Ну, я когда в фитнес-клуб ходил, я сказал, вот у вас 20 метров бассейн, сколько мне гриб грибков надо, чтобы проплыть? Ну, там, эти наши учителя, ну, неправильно, учители. Учителя. Нет, потому что у нас привыкли учителя. Не бывает учителя, шофера, учителей, шоферы. Так правильно. Потому что, например, слово врач, как сказать вам нужно? Врачи. Врачи, значит, учители, да, тренеры. Да. Ну, вот. Вообще народ к языку относится так. И также и это все. Ну, соседка у меня ненормальная была. нерня она еще есть, к сожалению. Ну, да ей бог, долгих лет жизни. Она вызвала экспресс-газету, вызвала НТВ, изобразили, что я ее заливаю. Ну, был случай у меня, что я не я ее залил. У меня приятель заснул в ванной, а я в магазин ходил. Ну, вот столечко, ободочек. А они изобразили, что прям льется вода. Прям водопад какой-то. Это они, значит, из чего-то поливали. Тут тазик поставили. Ну, вот отсюда сделала подвал экспресс-газета. Потом стали из нее переписывать другие корреспонденты, которых журналисты называются они. Которые, журналюги, как их называют. Которых я не пускал просто. Не к себе домой. Не встречался, не, не давал интервью. Да. Они просто брали из интернета, это самый главный сплетник наш на сегодняшний день, брали из интернета, переписывали это все, какую-нибудь еще немножко свою заметочку такую, и все. Ну, даже вот сейчас я снимался, мне пришлось снять мой бенефис этому самому Малахову, ну, будем, не будем называть Малаху редакции, uh -huh. потому что Малахов, он ведущий просто, вот. И все равно он там ставил, Миша поборол алкоголизм там долгое время, ну, вот. Сплетни нужны, но сплетни людям хочется залезть женщинам под юбку, мужикам в карман. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный композитор и спевак Михаил Муромов.